Ребята, всем привет! Купил вот такой вот гаджет, микрофон, и в комплекте тоже был еще один микрофон. Недорого они, в принципе, стоят. Я вообще расстраивался, то, что он не работает и все такое. Ну, как бы, вроде как работает. Да, шум у меня как бы от здесь, вот от данной печи, автономка. Разогреваю, короче, получается гусянку, там где модуль идет, там такая херовина, херобудок, можно так сказать. И там постоянно лед набивается. И чтобы лед не набивался, вот я приехал, он мне бывает, ну я едешь, как затрещит такую об жестянку, знаете, такой звук, как будто по жестяному ведру чем-то колотят железякой. Вот то же самое. Не очень приятно. Ну и тут как бы получается, чтобы этого не было, загнать вот в сарайку, поставил его и прям шланг туда засунул с горячим воздухом, чтобы протопило, так сказать. Сейчас и растопит, обсучу лишнее, ну и в принципе сверну. Вот такие вот дела, ребят. Так что в этой автономке очень, кстати, удобно, есть пульт, то есть включить-выключить. Добавить, убавить есть. И тут 5 скоростей, 5 режимов. То есть, ну, прикольная вещь. Правда, вот шумная она, вот, да, это шумно. Можно, наверное, как-нибудь сделать. Далеко она где не была. Сделать куда-нибудь под, ну, шлангами там, вытащить гофра или чем, я не знаю. Ну, шланги-то в комплекте идут, но они маленькие, что там, полметра, наверное, всего. Если их разрезать, конечно, еще меньше будет. А так вот сделать по длине этого, что-нибудь отапливать, типа беседку там, теплую какую-нибудь там зимой или осенью, вот так вот. Вообще классная вещь. В гараже то же самое, там, отопить, допустим, машину или что-то еще. То есть вообще вещь незаменима. Да. Очень хорошо. Ну, глушитель советую сразу поставить, потому что я вот сейчас без глушителя, и я нахожусь именно тут. Почему? Потому что прям бывает оттуда из глушителя искры прям фигачат, а глушитель находится под печкой. То есть, когда искры фигачат, соответственно, может возгорание какое-нибудь пройти. И чтобы такого не происходило, наблюдайте технику безопасности. Не делайте, не повторяйте таких ошибок, как я. Так что вот так вот, ребята, всем доброго времени суток, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.